Алексей Петухов, 28 октября 2011 года, Центр лыжного спорта Демина. Настоящий снег, законсервированный еще с зимы. Завтра здесь пройдут соревнования. Ваше настроение, Алексей, как после Австрии? Настроение отличное. Сейчас посмотрим круг. Пока неплохо. Рвался на эту тренировку. Специально пораньше выехал, чтобы протестировать. Завтра уже дать бой. Пока все хорошо. Пейзаж зеленый, все цветет. Точнее, не цветет, а готовится к зиме. Поэтому снег особенно необычно сейчас выглядит. Вот любимый подъем Алексея. Правда, сейчас он без снега. Если отрыв будет большой, можно повернуть. Ботинки лыжи Fisher, свободный стиль. Немножко подмораживает, потому что холодает. Завтра будет классический спринт. Лыжня еще не нарезана, она будет подготовлена вечером, а может быть даже ночью, когда будет самая низкая точка, чтобы дольше держалась. В общем, это мы узнаем завтра. В любом случае, лыжня будет делаться ночью. Знаменитая поленница, которая вошла в книгу рекордов. Это самая высокая. Я привела какой-то цвет старины. Или я в шоке, где стояли, вот эта поленница. Реально. Лыжня немножко накатана. Сами спортсмены ее накатали. Только что мимо нас Виктория Мелина проехала, которая также на этот спринт. Чемпионка России неоднократная. И в спринте, и в марафоне. Вот подъем. И осталось каких-то 50 метров, нет, ну 50, порядка 100 до финиша. Он не очень крутой, одновременно одношажным легко зайти. Зимой здесь проходит подъем. Алексей очень хорошо знает. По траве не могу узнать, без снега не узнается. Вот спортсмены выкатываются на финиш. И начинаются финишные разборки. Выпад. И финиш.